Доброе утро, меня зовут Владимир Ободянский, и вы в проекте «Честно о кровле». Сегодня мы поговорим о производителях металлочерепицы, и я считаю своим долгом рассказать честно о производителях города Караганды, ну и Карагандинской области. Значит, при рассказе о производителях честно представлять не только свою компанию «Мир кровли», честно рассказать о тех людях, о тех компаниях, которые действительно производят и являются лидерами рынка как Караганды, так и Российской Федерации, вообще СНГ. Значит, номер один в нашем списке — это завод «Металлпрофиль». Завод «Металлпрофиль» уже более 15 лет работает на рынке СНГ. С 2007 или даже 2006 года они работают в городе Караганда. Это молодое, динамично развивающееся предприятие, которое, несомненно, делает лучшие продукты для кровельного рынка Казахстана. То есть это первые, один из первых, да, заводов, которые на качественно, на совершенно другом качественном уровне выпускают продукцию и, соответственно, задают определенный формат работы для других компаний. «Металлпрофиль» номер один. Значит, второй производитель нашего крупнейшего, нашего региона, это компания КМК Trade Company. Они находятся в городе Темиртау, у них большие производственные мощности, тоже молодая, динамично развивающаяся компания с хорошим оборудованием, с большим штатом сотрудников, ну, поставляющая, перерабатывающая и поставляющая на рынке Казахстана приличную квадратуру кровельных материалов. Значит, следующий производитель — это компания Тритон М, то есть завод по производству кровельных материалов. Они присутствуют на карагандинском рынке, если я не ошибаюсь, лет 13. Также они являются производителем, они начинали с производства профлиста. Компания молодая, динамично развивающаяся, они стали производить, по-моему, года 4, как на современном финском оборудовании металлочерепицу Super Monterey. Каждый год модернизируют свое оборудование, закупают новые станки. Сейчас даже делают те вещи, которые не делают, например, завод «Металлпрофиль». Выпускают евроштакетник. Ну, то есть компания, на которую тоже стоит обратить внимание. Номер 3. Есть еще компании, которые занимаются производством профлиста, тоже достаточно давно, не менее 10 лет. Это компания «Металлосклад», есть торговый дом «Кармет». Ну и, соответственно, упустил тоже компанию, которая присутствует, ну, тоже не менее 10 лет. Это компания «Стинерджи». «Стинерджи» тоже является производителем металлочерепицы. Завод у них находится в городе Темиртау. Металлочерепицы, профлиста и других кровельных материалов тоже стоит обратить на эту компанию внимание. Ну и теперь самое интересное. Почему же компания «Мир кровли» делает промоушен заводов, которые осуществляют, находится в прямой конкуренции с компанией «Мир кровли»? Ну, как я уже сказал, честно представлять не только свою компанию, честно представлять весь рынок, рынок Караганды и Карагандинской области. Чем же мы отличаемся? Почему в нашу компанию стоит прийти и почему на нас стоит обратить внимание? Во-первых, мы занимаемся тоже кровельными материалами с 2008 года. Понимаем данный рынок, понимаем все цены, как закупочные, как себестоимость металла, как стоимость производства. В общем, знаем все цены в рынке и даем своим заказчикам наилучшее. То есть мы выбираем у
наших поставщиков. У нас есть поставщики вышеперечисленные. Выбираем самое лучшее и даем это нашему заказчику. Даем по очень интересным, я бы сказал, справедливым ценам. Справедливая цена – это та цена, которая устраивает и нас, и заказчика. То есть мы меня зовут Владимир Ободянский, и вы в проекте «Честно о кровле». Сегодня мы поговорим о производителях металлочерепицы, и я считаю своим долгом рассказать честно о производителях города Караганды, ну и Карагандинской области. Значит, при рассказе о производителях честно представлять не только свою компанию «Мир кровли», честно рассказать о тех людях, о тех компаниях, которые действительно производят и являются лидерами рынка как Караганды, так и Российской Федерации, вообще СНГ. Значит, номер один в нашем списке – это завод «Металлпрофиль». Завод «Металлпрофиль» уже более 15 лет работает на рынке СНГ. С 2007 или даже 2006 года они работают в городе Караганда. Это молодое, динамично развивающееся предприятие, которое, несомненно, делает лучшие продукты для кровельного рынка Казахстана. То есть это первые, один из первых, да, заводов, которые на качественно, на совершенно другом качественном уровне выпускает продукцию и, соответственно, задают определенный формат работы для других компаний. «Металлпрофиль» номер один. Значит, второй производитель нашего, крупнейшего нашего региона, это компания КМК Trade Company. Они находятся в городе Темиртау, у них большие производственные мощности, тоже молодая, динамично развивающаяся компания с хорошим оборудованием, с большим штатом сотрудников, ну, поставляющая, перерабатывающая и поставляющая на рынке Казахстана приличную квадратуру кровельных материалов. Значит, следующий производитель – это компания Тритон М, то есть завод по производству кровельных материалов. Они присутствуют на Карагандинском рынке, если я не ошибаюсь, лет 13. Также они являются производителем. Они начинали с производства профлиста. Компания молодая, динамично развивающаяся. Они стали производить, по-моему, года 4, как на современном финском оборудовании металлочерепицу Super Monterey. Каждый год модернизируют свое оборудование, закупают новые станки. Сейчас даже делают те вещи, которые не делают, например, завод «Металлпрофиль». Выпускают евроштакетник. Ну, то есть компания, на которую тоже стоит обратить внимание. Номер 3. Есть еще компании, которые занимаются производством профлиста, тоже достаточно давно, не менее 10 лет. Это компания «Металлосклад», есть торговый дом «Кармет». Ну и, соответственно, упустил тоже компанию, которая присутствует, ну, тоже не менее 10 лет. Это компания «Стинерджи». «Стинерджи» тоже является производителем металлочерепицы. Завод у них находится в городе Темиртау. Металлочерепицы, профлиста и других кровельных материалов тоже стоит обратить на эту компанию внимание. Ну и теперь самое интересное. Почему же компания «Мир кровли» делает промоушен заводов, которые находятся в прямой конкуренции с компанией «Мир кровли»? Ну, как я уже сказал, честно представлять не только свою компанию, честно представлять весь рынок.